А это кнопка. Это томатик кнопка. Тоже сортовой, можно взять семена. Вот их очень много. Их очень много. Вот он какой. С краешка тут у меня у двери прям ветер его тут гоняет с угла в угол. Хорошие гроздочки, хорошие. Буду сажать, у меня на улице он тоже растет. Но на улице там, по-моему, даже больше плодов, но они еще зеленые. Так, ну вот. Ну вот эта кнопка, про которую я говорила. Ой, их очень много, помидорок очень много. Но они вот такие вот прям. Но они на улице почему-то долго созревают. Вот видите. Там вот, там вот, там вот, там. Вот только что на видео я показывала вот эту самую кнопку. Друзья, это одно растение. Это одно растение. Я более-менее ее хоть освободила, чтобы хотя бы солнышко ей попадало. Вот этой кнопочке, вот этой кнопулечке. Вы посмотрите, что творится. Это сорт. Это сорт. Я буду его выращивать. Он просто шикарный. Видите, обрезала всю листву, чтобы хоть немножечко дышало. А то же все даже не видно было плодов, как на видео. Вот сейчас я вам показывала. Вот у меня их три растения. Вот, смотрите, тоже здесь освободила. Вот. Вот какие гроздочки, какие кисточки. По описанию сейчас почитала, посмотрела. И отзывы людей говорят, что люди очень что в восторге от этого томатика. Томатик очень сладенький, очень урожайный, и он скороспелый. Но, видимо, из-за такой вот весны, такого лета, в начале лета было такое не очень, было холодно. И вот такие вот у меня их три растения. Вот что у меня получилось. Пообрезала, чтобы попадал хоть воздух. Не знаю. Конец августа. Сегодня 30 августа. Ну, думаю, что еще должно быть бабье лето, должно быть тепло, и он успеет созреть. Это томат-кнопка, друзья. Это кнопочка-прикнопочка. Прям вообще я в восторге от этого томата. Он просто шикарный. Он просто шикарный. Он просто его прям грозди такие. Ой, друзья, запишите себе в копилочку. Ой, я вообще просто воткнула. Тут у меня огуречная грядка. Посадила с одной стороны и посадила с другой стороны. И долго туда не заглядывала. Но когда заглянула, я была в шоке просто. Там столько томатов. Они все в листве. И растут без... Это уже сейчас вот я обрезала, видите, обрезала, потому что, ну, ему просто нечем дышать. И вот я думаю, что он успеет созреть. Вот, и который вообще было не видно, как я вам показывала на видео. Ой, прекрасный томат. Тоже с огурцами вместе с краешкой воткнула, и он тут сколько побегов дал, и все побеги урожайные. И все, каждый побег... С такой вот огромной кистью. Просто, 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 просто шикардос. Так, ну все, друзья. Всем хорошей теплой осени. Как бы 1 сентября будет пятницу. Скоро уже всех с начальным учебным годом. У нас уже давно дети ходят. 10 числа уже в школу пошли. Так что вот так вот. Все, друзья, не буду вас долго задерживать. Всем мира и добра. До новых встреч, хороших урожаев, теплой погоды и всего самого доброго.